Да ёб твои копы, пидорасы. Гадюкнасы. Они мне меня сбили, при этом еще ХП сняли дофига. Ты смотри, видишь? Стой, стой. Он пока тебе. Ты чё, Шепу. Вот он тупой. О, видел капот от пути? Смотри, он делает прогресс. Ой-ой-ой, я не знал, что тебя зацепит. 20 кусков. Всем привет, сейчас мы будем тюнинговать новую машину от Бенни. Самый крутой тюнинг будет. Самый дорогой, как там все пишут. На миллион, на 2 миллиона сейчас ее затюнингуем. Самое интересное, сколько у нее прокачка ее стоит. Типа ее улучшение, потому что если хотя бы 1800, то можно будет ее копировать уже, а не Nissan Skyline. Ну, в общем, сейчас закажем. Цена у нее странная. Стоим какая-то. В пробке? Да, в пробке стоим. Ждем, ждем. Так, все, заказали. Миллион мы исчез. Ждем доставки теперь. Да, ездим, ждем доставки. Миллион исчез. Миллион, минус миллион. Сейчас еще прокачаем ее. Зародишься. Так, все, давай, транспорт доставим, поехали в гараж. Ну, тут посигнали, может. И как я люблю заходить. А дверь закрыть не мог. Так, войти с членами. Так, его пришла. Сейчас тут прокачаем. Подожди, я тебя сейчас наберу. Да что ты наберешь? Я же нажал, чтобы ты со мной вошел. Ну я-то не вошел в тебя. Кто-то звонит, надо еще подходить, отвечать. А куда подходить-то? К лифту, что ли? Так, вот, пошли. Пойдем, посмотрим. Ну, вот это вообще фигня. Только какая она на сайте прокачанная, я хочу чуть-чуть цвет другой сделать. Потому что там мне не очень нравится. Так, модифицировать. Сейчас самое главное, ну, сколько смотри. Стоит. Если дорого стоит, то это хорошо. Будем ее копировать. Итали. Модификация. Так, погнали. Не, что, дешево. Вообще дешево. 500 тысяч. Даже дешевле, чем Бугатти выходит. О, Nissan Skyline сколько? 900. Фига себе. Ну вот мне больше теперь нравится, как ее можно модифицировать. Какие здесь бампера есть. Что-то они все дальше и дальше. Прям как будто уже снег подметать ими. О, вот это круто было с решеткой, вообще топчик. Что, типа, чтоб цеплять ее или что-то такое красное? Ну да, типа, перевозить ее. Ну только в GTA нельзя так. Вот такой нормальный будет, с вентиляторами. А с чем здесь вентиляторами? Не знаю, как кулеры стоят на компьютере. Ой. Давай там максимально поставим. Так. Где хочешь. Вот так смотрится, как будто улыбается прям, знаешь, так, будто морда. Mm. Так, ну давай, задний. Вот что делает девка? Вот смотри, что она как-то руками размахивает. И как не бывает. Ну, она модифицирует. О, смотри, смотри, прикольные у нее эти. Как выхлопные трубы. А, так и скажи. Давай еще вот, полистай. Ну, здесь всего три бампера. Ну, тупо выберем последний. Ну, тупо, да. То есть они ничем не отличаются, можно сказать. Нет, шасси, крылья. О, крыльев много здесь. А здесь переднее есть крыло и заднее крыло. То есть надо выбрать переднее.
Без крыла или за круглым. И такой. Понимаешь, же. А если вот. Все равно незаметно так. Надо вглядываться как в эти крылья. Чтобы увидеть, заменют и так, не о. Заменю. Ну понятно. Так, глушитель. О, прикольно. О, конечно, как-то странно смотрится. Как будто просто напихали, типа, места больше не было, напихали между фар. Все, поехали. Значит, ставим вот этот. Капот. Аксессуары для капота. Вот, защелки. Видишь защелки? Да. Ну, чтобы держались. Защелка. Ну, не знаю. Да, не важно. Вот. Капот. Вот такие вот такие. Вот капотов да. Много здесь. Ладно. Так, что-то и еще. Это можно, да. Ну клаксон еще. Салон. Как будто как марш, блин. Предыдущий. Салон. Не понял. Приборная панель. Уличный стиль. Уличный стиль. Что? Радио пропадает? Да, радио пропадает. Карбон. Пойдет вроде. Индикатор. Главное, что... Скажи, чем-то еще где есть. Я не буду ставить. Я не хочу это. Хотя не знаю, здесь ставь удобно. Карбон. Вроде. Карбон ставь лучше. О, да, вот это оставь. Док приборы справа один. А, типа вот там еще появляется, да? А, не знаю. А смысл их ставить, если ты их все равно не видишь дополнительные приборы? Ну, для прикола. Ты их видишь. Ну, я-то вижу, но ты часто ездишь на втором сиденье от первого лица. Да. Вранье. Сиденье. Так, надо такие вот эти, да, это спортивные. А надо только цвет определиться. Зеленый. Ну. Или красный. Наверное, зеленый. Ну смотри, какого мы машину будем делать. Ну, я бы вообще желтого оставил. И тогда надо красный. Может красный, я не знаю. Убирай, рули. Что ты там хочешь. Рули. Ну, давай. Ролины базовые. Ну, я бы такой поставил, что профильный. Профильный нет, профессиональный. Так, цвет панели. Надо какой-нибудь яркий, чтобы ее видно было, а то не видно. Ставь ледяной белый. Или желтый, я не знаю. Ну что это? Тут вообще ничего не видно. Лососевый розовый. Вот такой нормальный, бриллиантовый синий. Бриллиантовый синий ставь. Каркас безопасности. Уличная полуклетка. Целый каркас. Ну зачем нам половину? Ну целый поставим. Потому так. Чтоб не раз... Потом выберем цвет. Раскраска. Вот, раскраска самая важная. О, прикольно, можно сигареты вот сделать. Это, да, ты... 69 сигареты. Так, сейчас посмотрим, что еще есть. Вот такая там на фотке была. О, тут прикольная. Как будто Гранд Туризмо. А, все, больше нет. Ну не, лучше, мне кажется, красный вообще топчик сюда. Надо еще будет... и подсветку красную сделаешь. Ну, цвет другой какой-то надо будет подобрать. Окраска. Белый подходит, кстати. Да. И очень хорошо. Сейчас. Классический. Белый я выберу. Так. А, дополнительный. А крышу сменить? Ну, вот сейчас.
Можно ее черным оставить, можно и белым. Вот, вот белый, вот белый вообще прям будет сочетаться хорошо. Цвет обивки. Цвет обивки. А где у нас обивка вообще? Вот. А, вот, это цвет сидений. Ну там надо их красными сделать, да? Да. Вот такой вот красный, вот такой. Эмблема банды. Фигня. Крыша, не о, надо, крыша еще. Антенна? Ты себе, вот на спортивной машине что, антенна такая торчать должна? Нет, я там не слушаю радио. Ну, такая полоска. Что, поможешь и... вперед, вперед, вперед? Все. Ну, такая полоска. Ну, скорее всего, лучше. Нужна полоска? Предыдущие лучше полоски. Нет, нет, там все портит. Вот это? Вот эту оставляю, да. Пойдет, мне кажется. Так, пороги. 69 такая цифра прям. Ну, хорошая. Не знаю, какие пороги лучше. Мне даже такие нравятся. Да их вообще кто-нибудь видит? Ты вот видишь, нет, где нет, пороги? Нет, стрельбы стандартные. Нет, стандартных вообще нет. Так, спойлер, во, спойлер. Чуть. Что-то все низкие. Вот это нормально уже пошли. Нет. Удать, да, удать, удать, прикольно. Я не люблю, когда взад выпирает. Я бы лучше такой поставил. В смысле зад выпирает? Ну взад выпирает вот он. Вот такой я бы лучше поставил. Вот он типа. Что ты не хочешь поставить стандартный? А стандартный. Ну не стандартный, то есть не черные вот такие, а вот именно красно с белым там он сделан. Ну, вот, да, вот такие вот, что-то по такого. Не такого, а вот такого, да. Так. Вот он, есть только такой, вот такой и такой, и все, больше нет их. А как вот этот, который опирается, типа, боковая? Ну, можно вот такой, видишь? Вот такую, вот такую, Redwood, да. Написано. Вот такой. Мне нравится, когда по бокам еще что-то написано. Да, вот так что Redwood ставит. Трансмиссия гоночная, турбо вдув. Колеса, не знаю, колеса надо менять. О, можно, о, мне можно кажется... заказные от Бенни поставить сейчас какие-нибудь прикольные. О, что-то как-то они по-другому смотрятся. А были вообще такие колеса? Не вообще, ребят. Мне кажется, даже стандартные будут лучше, чем от Бенни. Вот, ну, вот, вот такие, вот такие, да. Или за не. Ну вот такая будет нормально смотреться. Просто на такие сейчас дизайн. На них дизайн не поменяешь. Поэтому надо купить какие-то. Ну, короче, такие возьмем, где тут они. Вот такие. Нормально. Вот такие, да. И ставь дизайн белый. Цвет колес. Ну вообще не. Как бы можно красный поставить, но не видно что-то его. Его слабо очень видно. Так. Короче, да даже их может не красить, все равно их не видно будет. Шины, дизайн, шин. Вот, мне нравятся вот такие. Вот. Они прям с белым. Полностью красиво. Да, вообще супер. Шикарно. Так, полистойкий, дым. Какой будет красный? Красный, конечно, красный. Не, реально прикольно получилась тачка. Стекла тонируем. Все. И да, кстати, даже можно вообще не тонировать стекла или сделать. Погнали на улицу. Чё-то подсветку белого оставил. А, не знаю. Ну, кстати, белый тоже что подойдет. Я постоянно. Ну, ее, можно сказать, не видно. Что она есть, что ее нет. Я постоянно. Ты тут видишь белую подсветку? Ну так. Ну сейчас. Ну вот. Слабо. Да. Какой-то... Ну и как идет? Зад у нее поднятый. Опять сзади. Ну-ка, вот мне нравится сейчас. Трубы прикольные. Конечно. Звук хороший. Слушай, она ты вообще быстро идет, реально. Давай сейчас до этого доедем. Она что-то я так на спидометр глянул, она 140 шла. Сейчас на трассу выйдем.
И сколько мы уже едем? Сейчас. 100. А все, дальше она не идет. Сейчас пойдет. Куда она денется? 140, ты видишь, она уже двигатель тормозить начинает. Все. Это ее предел. Зараза. Сейчас, она как-то скачет. У нас 135-140. 135-140. Но разгоняется быстро. Я тебе говорю, это ее предел. Со стартом она может быть. До 100 она быстро набирает, а дальше все. Не знаю. Во! Мой мотоцикл идет 120, который не вкачан. Да он, да все они идут 120, они больше не пойдут. Вопрос в разгоне. Так, ну что ж, машина крутая получилась. Вот ну да, машина, да, стоит того, только из-за расцветки. Да, расцветки. Ну что ж. Так, давай-ка покурим. Ну что ж, берет только видом. Всем пока.